Уважаемые гости Иннопром, соединяя прошлое и будущее, индустрия 4.0 уверенно движется вперед, а цифровые технологии трансформируют давно привычные нам вещи в нечто большее. Готовясь к церемонии открытия, мы задумались, может ли цифра соединить промышленность и искусство, например, музыку. Поскольку и промышленные процессы, и музыка складываются из звучания разных инструментов, но управляются инструментом единым. Сейчас мы представим вашему вниманию музыку как символ нового производства, в котором цифра делает процессы более эффективными. Thank you.
Браво артистам и композитору за вдохновляющее начало. С их помощью мы плавно приблизились к теме «Иннопром 2018. Цифровое производство». Данный вопрос все шире развивается на практике, находя отражение в деловой программе и на всех площадках мероприятия. Уважаемые гости, с приветственным словом на сцену приглашается полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Приветствую вас по случаю открытия 9-й международной промышленной выставки «Иннопром». Символично, что ваш традиционный форум проходит в Екатеринбурге, который является одним из ведущих индустриальных, научных, образовательных центров России и обладает значительным опытом проведения столь масштабных мероприятий. С каждым годом «Иннопром» объединяет все большее число участников, руководители крупных компаний, представители органов власти, ученых из разных стран. Укрепляет свой авторитет как экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов, контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок. Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей. И поэтому считаю нынешнюю выставку «Цифровые производства» весьма актуальной и востребованной. Убежден, что выставка пройдет успешно, будет способствовать расширению международных коопераций, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, даст старт новым перспективным проектам. Желаю вам плодотворной конструктивной работы. Владимир Владимирович Путин. Поблагодарить организаторов этого замечательного форума, этой выставки, пожелать удачи всем тем, кто хотел заключить бы контракты, все-таки найти надежного партнера, инвестора, ну а потребителю получить качественную услугу и качественную продукцию. Успехов! Дамы и господа! Встречайте, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Уважаемый господин Ким Дэ Ён, уважаемые министры, послы, уважаемые представители иностранных государств, дамы и господа, от имени правительства Российской Федерации, от себя лично, хотел бы сегодня приветствовать вас так же, как мы приветствуем и встречаем с традиционным радушием миллионы иностранных гостей и болельщиков со всех уголков планеты. Добро пожаловать в Россию! Welcome in Russia! Сейчас весь мир затаил дыхание в ожидании финальной части чемпионата мира по футболу, но это нисколько не мешает «Иннопрому» наращивать свою армию поклонников. В предстоящие дни здесь, в Екатеринбурге, мы принимаем делегации участников из 95 государств. И я хотел бы отдельно поблагодарить
страну-партнера, Республику Корея, за активную помощь в организации и наполнении нашего международного промышленного фестиваля. На этой площадке мы с вами будем иметь возможность оценить последние достижения 600 крупнейших технологических компаний-лидеров. И, конечно, нам предстоят интересные дискуссии о сегодняшних трансформациях мирового индустриального пространства. На прошлом напроме мы уже касались общих вопросов цифровизации экономики как одной из центральных тем глобальной повестки. Но скорость происходящих на наших глазах изменений такова, что по прошествии всего лишь года нам необходимо на них взглянуть уже с чисто практической точки зрения. Сегодня цифровизация производства и услуг превратилась из предмета обсуждения экспертов в сегодняшнюю реальность. Наиболее передовые корпорации уже начали трансформировать свои бизнес-модели, маркетинговую и логистическую политику, горизонтальные и вертикальные кооперационные связи. Они вкладывают большие деньги в реализацию компетенции индустрии 4.0 и уже на начальном этапе за счет цифровых решений получают рост годовой выручки и снижение затрат на уровне от 3 до 5%. Большинство других компаний во всем мире, которые только вступают в новую эпоху, сейчас пересматривают корпоративные стратегии, производственные и инновационные планы с целью пополнения своих портфелей новыми цифровыми товарами и услугами. Очень быстрыми темпами растут поставщики промышленного оборудования и программных решений для будущих умных фабрик. По оценкам экспертов, уже к 2020 году мировой рынок технологий для цифровых производств составит свыше 700 миллиардов долларов, а к 2025 году расширится до уровня 3 триллионов долларов за счет, а к 2025 году расширится до уровня 3 триллионов долларов за счет новых продуктов и сервисов. Фактически на страновом уровне уже развернулась конкуренция за будущие позиции в глобальной цифровой экономике. Безусловно, ставки высоки. По прогнозам мировых институтов, цифровая трансформация промышленности в течение следующего десятилетия может принести дополнительно более 30 триллионов долларов дополнительных доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизация всех сфер деятельности оценивается в 100 триллионов долларов. Столь масштабные изменения порождают ряд сложнейших вопросов. Насколько будущие амбиции стран подкреплены текущими возможностями промышленных экосистем? Как минимизировать возможные негативные социальные последствия и наоборот, использовать плоды цифровизации для увеличения благосостояния своего населения? Что лучше? Стремиться развивать цифровые производства в одиночку или искать возможности для объединения усилий с другими странами? Думаю, что на этом форуме будет представлен весь спектр мнений по этим вопросам, а результирующие выводы и инициативы лягут в основу повестки
будущего глобального саммита производства и индустриализации GIMIS, который пройдет на следующем Иннопроме. Мы же считаем, что охватывающая весь мир очередная промышленная революция будет еще в большей степени содействовать развитию интеграционных процессов, созданию новых кооперационных связей и, возможно, объединений. Мы за открытое и честное соперничество и тесное взаимовыгодное партнерство на всем мировом индустриальном пространстве. Я хочу пожелать всем интересных дискуссий, креативных, смелых идей, новых, успешных глобальных проектов. Желаю увидеться на Иннопроме. Всем успехов и спасибо большое за внимание. Уважаемые гости, главная промышленная выставка страны не случайно проходит в Свердловской области. Здесь сосредоточен пул мощнейших предприятий России. И практика 9 лет успешной работы доказывает, что это правильное место для международной ярмарки промышленных технологий. Слово главе региона, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Уважаемый господин Ким, дамы и господа, дорогие друзья, коллеги, я приветствую вас в Свердловской области и от всей души желаю, чтобы Иннопром стал для всех нас территорией дружбы, сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. В этом году страной партнера Иннопрома является Республика Корея, уникальная по своей истории, культуре, обычаям, страна, признанный лидер инновационного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам встречи президентов Российской Федерации и Республики Корея в июне этого года отмечено взаимное стремление к расширению структуры товарооборота, повышению в нем доли высокотехнологичной продукции. Убежден, что Иннопром в партнерстве с Республикой Корея придаст существенный импульс этому процессу. Иннопром 2018 посвящен цифровому производству, и выбор темы обусловлен в первую очередь задачами цифровизации экономики, которые ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин. Цифровое производство, умные машины, робототехника, беспилотная техника и электрический транспорт, технологии для городов – вот далеко не полный перечень тем, которые будут обсуждаться на Иннопроме. В то же время я уверен, что цифровые технологии – это не только скорость, эффективность и высокая производительность. Это еще и равные возможности для всех. Разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов. Ну и, конечно же, новое качество жизни. А это значит, что тема Иннопрома прямо перекликается с российской заявкой, с которой Екатеринбург участвует в борьбе за право провести в 2025 году Всемирную универсальную выставку «Экспо». Тема нашей заявки – «Преобразуя мир, инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Мы намерены воплотить в жизнь все преимущества цифровых технологий, показать будущее уже сейчас, не онлайн, а в реальности. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием Иннопрома. Желаю его участникам, гостям, организаторам здоровья, удачи, процветания, всего самого доброго. Welcome to Ural, welcome to Russia. Министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Донг-Ён.
여러분 반갑습니다. 만트로프 장관님, 주카노프 우랄 관구 대통령 전권 대사님, 쿠이파셰프 주지사님, 그리고 세계 각지에서 오신 여러 기업인 여러분, 정말 반갑습니다. 저는 먼저 러시아의 성공적인 월드컵 개최를 축하합니다. 한국은 비록 16강 진출에 실패했지만 주최국인 러시아가 보여준 지원과 성원에 한국 정부와 한국민을 대표해서 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 동시에 8강까지 진출한 러시아가 이번 월드컵에서 보여준 뛰어난 역량과 뜨거운 투지는 참으로 감동적이었습니다. 최선을 다한 러시아 선수들에게 심찬 응원의 박수를 보냅니다. 지난 6월 22일 저는 문재인 대통령을 모시고 러시아를 국빈 방문할 당시에 러시아 정부와 국민들께서 보여주신 뜨거운 환대에 이 자리를 빌어서 또한 감사의 말씀을 드립니다. 제 개인적으로는 지난번 대통령 방문 이후에 2주 만에 다시 러시아를 오게 됐습니다. 특히 동서양의 접점인 예카테린부르크에 방문하게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다. 문재인 대통령 취임 후 1년여의 짧은 기간 동안 우리 문 대통령은 푸틴 대통령과 총 3번의 정상회담을 가졌습니다. 양국 정상은 양국 협력에 대한 강한 의지 표명과 함께 구체적인 발전 방향을 제시하였고 한러 양국은 여러 당면에서 비약적인 도약을 했습니다. 특히 아홉 번째를 맞는 2018 이너프룸 이 귀한 행사에 파트너국으로 한국이 선정되어 참석하게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다. 지난 6월 정상회담 시 푸틴 대통령께서 한국 측의 이너프룸 행사 참여에 각별한 관심을 보이셨습니다. 문재인 대통령께서도 지금 해외 순방 중에 있습니다만은 제게 한국 대표로 이너프룸 참석을 당부하신 바 있어서 아주 기쁜 마음으로 제가 이 자리에 서게 되었습니다. 이너프룸의 핵심은 혁신입니다. 우리 한국 정부도 경제정책에서 혁신정책을 핵심 기조로 삼고 있어서 이번 이너프룸에 참여하는 의미는 더욱 크다고 할 수 있겠습니다. 혁신은 이제까지 해왔던 것과는 다른 사고와 상상력, 방식을 통해 이루어집니다. 이너프룸에서도 이러한 혁신의 의미를 되새길 것으로 생각되면서 세 가지 각도에서 생각을 해보고자 합니다. 첫째, 이너포룸은 발로 뛰며 혁신을 구현하는 생생한 현장입니다. 이너포룸은 세계 20여개국, 60여개 기업을 포함해서 95개국 5만 명 이상이 참여하는 유라시아 최대 산업박람회로 발돋움했습니다. 특히 이번 행사에 한국 측에서는 현대자동차, 두산인프라코어 등 전통 주력 산업과 신성장 산업에서 총 100개가 넘는 한국 기업이 참여하고 있습니다. 이너프룸에서는 전기 자율주행차, 에너지 신산업, 스마트 공장 등 개념적으로만 다가왔던 신기술들이 어떻게 실제로 구현되고 실생활에 적용되는지를 각 부스에서 직접 체험할 수 있습니다. 이너프룸이라는 산업혁신의 최전선에서 최근 국제적 산업 동향과 기업의 현장 경험을 체험하면서 정책을 구현할 수 있는 기회를 우리에게 제공해 줄 것입니다. 정책을 담당하는 사람에게는 현장의 경험이 더없이 소중합니다. 현장 없는 혁신은 관념적이며 생동감이 떨어지지만 발로 뛰는 현장 혁신은 생생하며 그만큼 역동적이고 현실적입니다. 한국도 최근 혁신성장에 박차를 가하기 위해 혁신성장본부를 만들었습니다. 이너프룸에서 한국의 혁신 정책과 방향을 다른 나라와 공유하고 또한 우리 정책에서 거꾸로 의미 있는 시사점을 우리 이너프룸을 통해서 최대한 많이 받아가도록 하겠습니다. 둘째, 전 세계인의 관심이 집중되는 월드컵 기간 중에 이너프룸이 개최되고 있습니다. 우리는 이너프룸에서 월드컵이 보여주는 경쟁과 혁신에 대해 주목합니다. 이번 월드컵에서는 비디오 판독 시스템 VAR이라는 혁신 기법을 도용하여 한 단계 더 도약하는 모습을 우리
전 세계 시민들에게 보여주었습니다. 이를 통해 관중들은 축구를 보는 흥미가 한층 더 높아졌습니다. 월드컵에서 참가한 국가들이 선의의 경쟁을 통해 혁신의 기술을 보여주시, 우리 혁신도 경쟁을 기반으로 합니다. 각국은 혁신에서 선의의 경쟁을 하면서 다양한 혁신 정책을 제시하고 혁신 성장을 산업 현장에서 이루면서 하고 있습니다. 이너프롬이 바로 그 경쟁의 장입니다. 러시아의 2035 국가기술 이니셔티브, 일본의 신산업 구조비전, 독일의 인더스트리 4.0, 중국의 제조 2025, 인도의 디지털 인디아 등이 그 대표적인 예일 것입니다. 경쟁의 결과가 혁신을 통해 구체적인 제품으로 구현되어 이너프룸에 전시된 이런 제품들이 세계 경제의 혁신을 앞으로 주도할 것입니다. 셋째, 러시아의 입장에서는 동방, 한국의 입장에서는 북방인 한반도와 극동지역 협력의 혁신에 대해 말씀드리고자 합니다. 우리 한국은 문재인 정부가 출범하면서 기치로 내세운 신북방정책, 그리고 푸틴 대통령의 신동방정책은 같은 지역인 극동을 대상으로 발전 목표를 공유하며 여러 분야에서 협력을 통해 상호 혁신을 추구해 왔습니다. 특히 양국은 나인브릿지 협력 구상을 통해 조선, 전력, 가스, 철도 등 9가지 산업 분야에서 구체적인 협력 사업들을 발굴하여 이행해 나가기로 하였습니다. 앞으로 있을 9월 블라디보스톡에서 개최되는 동방경제포럼식까지 협력 분야에 대한 양국의 구체적인 행동계획과 주요 사업을 확정할 예정에 있습니다. 양국은 현재 추진하고 있는 나인브릿지 협력 사업을 성공적으로 진행시켜서 한러 간의 상생을 위한 혁신의 모범 사례로 만들어 나갈 것입니다. 우리 한국 정부도 나인브릿지 사업의 협력을 통해 극동지역에서의 협력을 러시아와 한 단계 더 진전시키도록 최대한 노력을 경주할 것이라는 말씀을 드립니다. 내외 기빈 여러분, 그리고 오늘 이 자리에 참석해 주신 또 이너프룸에 참가하는 혁신 기업인 여러분, 이처럼 이너프룸은 발로 뛰는 현장의 혁신, 경쟁과 혁신, 그리고 북방과 동방지역 협력의 혁신 등 세 가지 혁신 방향을 공유하는 의미 있는 국제적인 세계적인 플랫폼입니다. 이너프룸은 한국과 러시아에게 그리고 참가하는 모든 국가와 기업인들에게 혁신의 의미를 되새기고 실천할 수 있는 계기가 될 뿐 아니라 주변국 그리고 북방과 유라시아 전반에 혁신의 물결을 일으키는 큰 역할을 할 것으로 믿어 의심치 않습니다. 글로벌 산업을 이끌어가고 있는 참석자 여러분들께서도 창의적이고 혁신적인 제품과 기술을 매개로 비즈니스 협력을 위한 동반자를 찾아 변화의 시대에 모두가 다 승자가 되시길 기대합니다. 마지막으로 러시아 정부를 포함해서 오늘 행사를 준비해 주신 관계자 여러분이 노고에 감사드리며 이 자리에 참석해 주신 모든 분들의 건강과 성공을 기원합니다. 감사합니다. 발쇼의 스바스이바. Ни для кого не секрет, что Республика Корея является одним из лидеров современного производства, и корейские компании уже давно успешно работают на российском рынке. Корее принадлежит первое место в мире по показателям роботизации, и лидирующая позиция в рейтинге наиболее инновационно развитых держав. В 2018 году Корея стала одним из основных торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь, на Иннопром, у нас есть возможность соприкоснуться не только с технологиями корейского производства, но и почерпнуть часть культуры этой страны. Сейчас на этой сцене выступит корейский музыкальный коллектив «Норы Мачи», ансамбль «Новой волны», которые интерпретируют традиционную корейскую музыку на современный лад, сохраняя при этом исконную структуру и стиль.
Ансамбль участвует в государственной программе распространения корейской традиционной музыки в мире. За плечами музыканта успех гастрольных туров в 180 городах и 60 странах мира. Дамы и господа, встречайте через несколько мгновений ансамбль Норимачи с программой Brass Rap.
축하합니다. 스파시바. 스파시바 볼쇼. Introduce from Korea, Deputy Prime Minister Kim Dong-hyun. 스파시바. Industry Minister Mantrov. 스파시바. Basel, Korea, 우윤근 대사님. 스파시바. Дорогу, 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 дор